Мы, наверное, пойдем на север. Я знаю семью, которая бежала как раз оттуда. Там ничем. Выходит, на острове негде укрыться. Удивительно, что монголы не тронули каменные мечи. Никто не посмеет трогать памятники господину Адати. Здесь, на Цусиме, конечно. Но они... Монголам мало было лишить нас крова. Теперь они сами устроились в наших домах. Слишком много домов разграбили и спалили дотла. Недавно они выгнали хозяина из соседнего дома. Он не хочет уходить отсюда и все просит о помощи. Я его найду. Как там господин Симон? Наверное, с ним говорят страшные вещи. Жестокой и кровавой. Лучше о ней не думать. Самураи ведь наши лучшие воины. Почему их так легко перебили? Видно, монголы были сильны. Thank you.
Скорей, Сора! Я схожу посмотрю. Не хватайте! Господин, не ходите в леса Касине. Там обитают злобные духи. Павшие самураи жаждут крови. Мы ведь на войне. Вряд ли это в самом деле духи. Люди уходят в лес и не возвращаются. И монголы, и японцы. А на телах остаются раны от самурайского меча. Мечи нужны людям, а не духам. Я разберусь.
превратилась в братскую могилу. И как только мы с Юной выжили. Пошла! Скорей, Сора! Жив ли сенсей Сикава? Надо узнать. Боги повсюду, господин. Они смотрят, слушают, выжидают.
Быстрее, Сора! Еще один самурай? Живой? Я думал, остался только господин Дзинраку. Я о нем не слышал. Он живет в Касине, господин. Он будет счастлив вас видеть. Я бы с ним познакомился. Не сдавайся. Терпи. Легим Харсинта. Let's go.
Чингарву!
Ой! Я здесь! Oh,
Источники Хиёси. Может, кто-нибудь в трактире знает, где сенсей Сикава? Работаю с металлом, деревом и тканью. Самурай? Живой? Я ищу сенсея Исикаву. Разве он не погиб у комоды? Нет. Где его додзё? За лесом. Я вас провожу, господин. Я знал, что всех самураев монголам не победить. Так сенсей не был у комоды? Нет. Я видел его в городе за день до вторжения. Он приходил в лавку. Но он ведь молчун. Никогда не знаешь, что на уме. Господин, а правдивы ли рассказы о сенсее Исикаве? Какие рассказы? Говорят, он одной стрелой потопил пиратский корабль. Корабль, конечно, нет. Но он с берега застрелил их капитана. Так он и остановил весь флот. С таким человеком лучше не ссориться. Ты заслуживаешь смерти? Надеюсь, что нет. Тогда и бояться тебе нечего. Дадзё-сенсея вон на том утёсе. Спасибо. Дальше я сам. Что есть, то есть. Позволите еще один вопрос. Известно, почему сенсей перестал обучать лучников в клане Нагао? Никто не знает. Странно ведь. Оставил такой достойный пост ради этого. Дзё-сенсей Исикава. Тут следы борьбы. Надо осмотреться. Кровь засохла. Драка была давно. Кто-то был ранен и вынул стрелу. Кровавые следы. Жертва или нападавший? Может, сенсей у себя дома? Огромная обитель для самурая. Не двигайся! Сенсей Исикава. Сын господина Сакая. Ты выжил у Комоды? Вас там не хватало. По пути на меня напали разбойники. Думаете, они вернутся? Самурая невозможно застать врасплох. Симура был хороший человек. Жаль, что погиб. Он жив. Монголы взяли его в плен. Так есть надежда. Я хочу его спасти. Помогите мне. Не могу.
Мой ученик пропал. Искусный стрелок. Я его найду. И мы вместе спасем господина Симуру. Тогда не отставай. Кто еще уцелел после комоды? Никто не знает. Кто-то еще может сражаться? Кроме нас? Пока не знаю. Так узнай поскорее. Вдвоем мы не сможем вызволить Симуру. Я помогу вам с поисками. Я и без тебя отыщу Томоэ. Томоэ? Женщина? Из какого клана? Не из какого. Она простолюдинка. Но стреляет получше любого самурая. Даже тебя, Сакай. В последний раз мы виделись лет 10 назад. Ты хотел у меня учиться. Вы помните? Я помню почти всех, кому отказал. Вместо меня вы взяли в ученицы эту Томоэ. Ты подавал надежды, а Томоэ – истинный талант. Монголы! Убей! Меня ищете? Я родил тебя, Тенге! Земель будь лот немного! Как пьяные тануки. У Комода они сражались хорошо. Даже тануки справятся с тигром, пока тот спит. Мы вышли на след Томоэ. Идем! Монголы взяли форт Накаяма. Этот патруль был оттуда. Это недалеко от источников. Следующим падет город. Здесь что-то случилось. Засада. Осмотрись. Рис и пшено. Нетронутые? Значит, напали внезапно. Японский колчан. Подарок. Моей лучшей ученице. Кровь. Но немного. Никто не погиб. Я опасаюсь худшего. Томоэ не бросила бы этот колчан. Похоже, за ней гнались. И схватили. Для чего? Чтобы допросить, пытать. Или хуже. Что теперь с господином Симурой? Страх — это оружие, Сакай. Лучше не давай его в руки монголам. Как думаете, куда увели Томоэ? Форт Накаяма. Форт недалеко. Я должен был сражаться у Комоды. Все к лучшему. Мы и так потеряли слишком многих. Почему вы проиграли бой? Монголы сражались как звери. Ответ неверен. Я своими глазами видел. Лучник должен полагаться не на глаза, а на тело, разум и дух. Постой. Нужно поговорить. Что-то не так, сенсей?
Этот лук подарил мне господин Нагао много лет назад. Прекрасное оружие. Разумеется. Но мне всегда больно видеть превосходный лук в неумелых руках. Хорошо, что вы отдаете его мне. С чего ты взял, что отдаю? Докажи, что умеешь стрелять, и, может быть, одолжу. Тебе нужно испытать его перед боем. Целься в ближайший фонарь. Чем дальше цель, тем ниже опускается стрела. Сосредоточься, Сакай. Я пытаюсь приноровиться. Не разочаровывай меня. Не буду умножать ваше разочарование. Хорошо. Теперь тот, что дальше по дороге. Слева. Недурно. Теперь посмотрим, сумеешь ли ты попасть в самый дальний. Как ощущение? Он словно сделан для меня. Это не так. Будь добр его беречь. Идем. Такой лук пригодился бы у комоды. Это хороший лук. Но победу приносят воины, а не оружие. Вы не видели огненное оружие монголов? Так они еще не победили. Форт Накаяма. Надеюсь, ваша ученица там. Оттуда будет лучше видно их укрепление. Идеальное место. Я проберусь туда и открою ворота. Мы нападем. Ты и... всегда рвешься в бой, толком не подвязав Хакаму. Что же тогда делать? Терпение, Сакай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда они откроют ворота. Пока мы тут ждем, Тамоэ остается в руках врага. Она может за себя постоять. Как следует осмотреть. Чем тут можно воспользоваться? Осиное гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И начнется пожар. У них много лучников. Они хороши, но мы лучше. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт. И освободим Тамоэ. Хорошо. Ждем момента.